Ну вот, хочу снять видео. Пришел в автодомик. Сейчас покажу температуру. Температура 2 градуса показывает. В домике 5. Снаружи 2 градуса. Запустил отопление. Взял. И у меня стала сливаться вода. У меня стала сливаться вода на улицу. Услышал, что насос постоянно качает. Помпа работает. Вот этот вот у меня опустился. Это клапан. Такой, на самом деле, правильно все оказалось. Это клапан для того, чтобы не замерзла вся эта система. Он у меня опустился сюда вниз. И теперь, если я включу помпу, то у меня вода просто... У меня сейчас вся вода вышла из него. Услышал, что помпа начала беспрерывно работать. Потому что я включил отопление, помпу, насос, все включил. И у меня из-под машины потекла вода. Это сейчас 2 градуса. Включился, сработал клапан для того, чтобы не замерзла система. И стала вытекать, из него вышла сейчас вся вода. Поднимаю наверх, она пока не фиксируется. Там, видать, датчик. Вот, он должен наверх вот так вот быть. Но сейчас, так как сработал этот датчик, он вниз у меня опущен. Если я включаю помпу сейчас, включу помпу, он будет качать, и вода польется. Ну вот, слышу, уже вода полилась. Снизу сейчас покажу. Вот видите, вода льется. Он у меня ее сбрасывает. Выключу помпу. Он у меня ее сбрасывает. Вот 2 градуса, плюс 2 сейчас у нас показывает. Надо либо как-то нагреть это, либо подождать, не знаю. Вот, но такая вот система так вот работает. А, ну и сделаю видео, покажу, как просили показать видео, как сливать серую воду. Так, просили снять видео, как сливать с баков воду, как на зиму сливать воду, я уже показал. Теперь покажу, как сливать бак серой воды. А, с другой стороны у меня. Так. Как сливать бак серой воды? Вот ручка у меня здесь, сзади. Это задняя часть машины. Так, на ножки надо камеру поставить. Вот. Вот здесь есть у меня пробка. Так, перчатки взял. Стараюсь вспомнить, влево или вправо я... О, снял. Крепления тут такие. Снял воду. И теперь должен повернуть вот этот рычаг. Все, это вода, бак серой воды. Серая вода у меня сливается.
Это шумит у меня вентиляция, трума работает. Вот сливается бак серой воды. У каждой машины по-своему этот слив происходит. У меня вот так вот. Такая ручка. И там вот бак. Здесь вот написано, куда ее повернуть. По-немецки надпись. Все, оставлю ее. Оставлю ее открытой. Друзья, ну вот заодно я вам еще покажу вещь, которую я забрал только что с магазина, сходил. Магазинчик рядом, это про LED-лампу, о которой я говорил. Это будет вот такая вот полоска. Я ее сейчас приколхозил, пока это временно. Я просто ее к аккумулятору. У меня там аккумулятор находится под пассажирским сиденьем. Я провода 15 сантимов всего. Я их растянул пока, чтобы чисто вам показать. Она пока вмонтированная идет кнопочка там. Сейчас покажу, она светится. Вот к аккумулятору, видите, я провода растянул. 15 сантимов плюс-минус мне хватило. И кнопочка будет. Теперь если на эту кнопочку, сейчас подальше возьму, нажимаешь, сенсорное управление. Посмотрите, красота какая. Отлично, она светится ярко. Если держишь, она затухает. Также выключать ее. Включил, держу, она затухает. Вот затухла совсем, это такой ночничок получился. Вот, отлично. Я сейчас покажу, куда я ее поставлю. Вот. Если держишь, она вспыхивает. Очень яркая. Я выбрал такую. Среднюю можно сделать. Короче, ярче. И она имеет память. Какую ты ее оставил, так она, вот видите, остается в таком положении. Отлично, свет просто волшебно от нее, теперь мне будет светло. Теперь я покажу, где я ее, куда я ее поставлю. Выключу, это сниму. Вот, ну, видите, у меня здесь такая система, вот провода. Сама она выглядит. Сейчас покажу. Вот так. Эта кнопочка не видно, она тут внутри встроена, вмонтирована здесь. Вот. Все сделано очень качественно. Заглушечка стоит. Я ее померил по размеру и сейчас покажу, куда она у меня пойдет. Сейчас поставлю камеру. А пойдет она у меня. Кнопочка у меня здесь, где провода будут. Сейчас еще прикрутил вот эту штуку. Сюда у меня рулон будет бумаги идти. Ну, эти полотенца бумажные. А поставлю я ее вот отсюда, вот сюда. Провода будут туда внутрь уходить. Вот здесь она у меня ровненько, видите, по размеру я померил ее, 97 сантимов. Сюда она у меня пойдет. Вот так она у меня будет стоять, эта лампа. Через этот шкаф провода пойдут туда и к выключателю. Сейчас я покажу. Итак, здесь у меня будет эта лампа стоять. Она точно по размеру. Крепление тоже у меня есть. Крепление такое, что не видно будет. Она будет красиво стоять. Никаких болтов, ничего не будет видно. Вот как есть, так она и будет. Качество покажу. Как сделали. Все очень даже хорошо, квалитетно. Здесь эта кнопочка. Красиво очень выглядит все. Нормально. Итак, она у меня там будет стоять.
провода пойдут здесь, здесь, здесь. Ну, внутри, конечно, они снаружи ничего этого видно не будет. Здесь вот короб есть, видите, да? По этому коробу. И выключатель сюда. Я буду включать этот выключатель. Сейчас. Вот, как я этот выключатель включу, у меня сейчас только вот эта одна загорается, она там тоже LED стоит, я посмотрел. Это улица освещения. Вот, как включу, у меня эта лампочка тоже загорится. Если она мне не нужна будет, эта лампочка, то я захочу, допустим, только ту оставить. Это у меня будет вот здесь, и она тоже загорится, потому что сейчас мне освещение, супруга сказала, ну и мне тоже, мне... не хватает освещения, вот. А когда здесь будет очень ярко, она будет, я считаю, весь кемпинг очень классно освещать. Если не надо будет, я ее смогу выключить, оставить только ту, например, лампу. Вот. Надо будет, я ее буду включать и с выключателя, и отдельно. То есть классная очень система такая, вот мне понравилось, как все сделано. Вот. Так что к электрику повезу, мне надо, чтобы электрик я просверлил. USB подсоединил электрик, я просверлил. Здесь это USB у меня в шкафу сейчас. Там торчит, он должен подключить 12 вольт. Будет у меня USB, надо, чтобы он мне подключил. Магнитофон придет сегодня мне. Ну, аудиосистема, там флешка туда пойдет. Все, магнитофон куда-то или сюда. Или где-то в той зоне у меня будет, потому что в салоне играет магнитофон, есть магнитофон, но не хочу. Хочу, чтобы здесь внутри тоже была своя аудиосистема. Динамики у меня, домашний кинотеатр есть, так что все нормально. Так что вот такую лампочку, электрику запишусь, электрик установит. У меня были от AliExpress вот такие вот. Видите, да? Комплект такой. Но она была бы не совсем... Они нормальные, качественные, все. Но сейчас у меня по размеру там идет. А это не регулировалось бы. Ну и ладно, не регулируешь. Но она, видите, 50 сантимов. Она 50 сантимов. Она как бы либо сюда, либо посередине ее. Ну как... непонятно, вот так жена сказала, некрасиво. Ну, в принципе, я тоже не хочу некрасиво. Все-таки, если делать, то делать нормально, качественно и красиво. Вот, так что так. Сегодня вот еще повесил здесь. Крючочки повесил, мыльницу повесил здесь. Вот так что по мелочи прихожу, подделываю, доделываю. Вот. Так что вот такие доработки.